Первый раунд. За ним! Выступает за детскую юношескую спортивную школу номер 10. Второй раунд. Да, у нас тут выступают чемпионы Украины по этому возрасту, призеры Украины. Вот сейчас парень боксировал, мой ребенок, призер Украины. Хорошие ребята есть. Ну, чтобы довольным быть на 100%, я не могу. У нас 54 есть Шумилов, чемпион Украины. Есть 70 килограмм Лупенко, чемпион Украины. Он 66 выиграл, сейчас поднялся. И Ганин Ярослав у нас 50 килограмм, призер чемпионата Украины. То есть как минимум 3-4 человека мы рассчитываем. Пар, каждая проходит практически полный цикл от начала до конца. Конечно, есть бои, которые заканчиваются предварительно, но достаточно высокая, я думаю, что уровень хороший. Это отбор на чемпионат Украины, который у нас будет в августе, вот, в Умане. Мы привлекаем вот такого хорошего уровня клубы, да, и делаем такого уровня клубы, что мотивирует спортсменов. Я уже не один раз повторялся, что боксеры тоже хотят боксировать, хотят тренироваться вот в таких качественных клубах. Я думаю, это и есть мотивация для боксеров. Плюс, конечно, это работа с детьми в школах. Это уже работа тренеров. То, что касательно федерации, мы делаем все, что от нас зависит. Ребята, растет будущее поколение. Очень хороший зал. Спасибо огромное за ринг. И всем нашим организаторам и спонсорам, кто помогает, вот они все написаны. Самая главная цель – подписать на международный турнир. Это чемпионаты Европы, чемпионаты мира и, конечно, Олимпийские игры. Это самая главная цель. Я думаю, давайте...